Да будет газ! Этого дня в селах Городище и Володятино Гаврилово-Посадского района ждали много лет. Чтобы согреть дома, топили печи. Для приготовления пищи покупали газ в баллонах. Теперь нужно привыкать к новой комфортной жизни. Сегодня в домах жителей наконец появится голубое топливо. Привыкли. Печка, передняя была печка, ну, в кухне печка. Так что топили две печки. Сейчас одна, в одной топлю. Все, скоро газ подведут. Заживем. Всего заживут 192 человека. К газу подключат 189 индивидуальных жилых домов. Общая протяженность газопровода без малого 14 километров. Развитие села у нас под особым вниманием. Сам Бог велел в Ивановской области, особенно в Гаврилово-Посадском районе, который, я думаю, безусловно, по праву может считаться нашей сельхозстолицей Ивановской области, развивать и сельское хозяйство, развивать деревню. То есть для нас развитие сельского хозяйства – это не только экономика. Это еще и рабочие места, это жизнь в деревне. Потому что Россия здесь с русской деревни началась. И мы должны об этом помнить, неважно, где мы живем, на селе или в городах, что это именно так. От проекта до реализации 2 года. В феврале 2016-го проектная документация объекта получила положительное заключение госэкспертизы. И вот день X. Строительство обошлось в 18 миллионов рублей. Еще 3,8 миллиона стоило изготовление проектно-сметной документации. Но бывает, что жители сами заказывают и оплачивают ПСД и экспертизы. В таких случаях, уверен глава региона, гражданам необходимо предоставлять преимущество в подключении. Около 300 таких домовладений по всей Ивановской области. Вот мы приняли решение, сейчас проконсультировались с депутатами областной думы, что мы в этом году выделим деньги и всем таким семьям газ подключим. Я соответствующий законопроект в ближайшие дни направлю в областную думу Ивановской области. Надеюсь, что депутаты такую инициативу поддержат. Радостное событие нужно и отметить по-особенному – праздничным обедом. И неважно, суп, пироги или яичница. Сегодня у жителей села каждое блюдо будет особенным. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово, Посадский район.